ты руку запуливай, а ты голову пуляешь. Смотришь через кулак, и просто кулак идет вперед. Просто подними правое колено. Вот и все. У них выбора нет, они заложники тренера. Партнер видео – компания Boxing Equipment. Официальный дистрибьютор Firetex в России. Во, просто прямо, да. Просто я раз, чуть-чуть я наклоняюсь. Да, хорошо. Что еще помнишь? А, так, вот это сделать, ну шаг вправо, что я могу вот так вот ударить. Да, только не делай вот такой шаг. Ты просто прислушайся. Слушай. Ну да. Слышишь? А теперь слушай. Слышишь что-нибудь? Ты ногой догоняешь. Да не важно. Просто шагай. Мягче шагай. Колен просто подними. Просто подними правое колено. Вот и все. Видишь? Хорошо. Еще раз. Хорошо. А сделай простой левый. Сделай просто. Вот простой левый ты делаешь плохо. А вот тот левый ты делаешь лучше. Знаешь, в чем разница? Ну, мне не нравится. Мне нравится больше вот так вот бить. Вот. А знаешь, чем разница между всеми этими? Что я локоть выношу. Не. Не? А смотри. Посмотри на свою реакцию. Можешь руку подержать вот так вот, да, я вот тебя бью. Ты делаешь вот так, смотри. А, я плечо вывожу потом. Да, не важно. Ты просто, не важно, можно плечо выносить, можно локоть выносить, можно физиономию вперед нести. Много чего можешь делать, но ты можешь движение, как правильно сказать, ну, не скрываешь. Не скрываешь движение. А тебе нужно учиться. Ты двигаешься, видишь, я смотрю, я локоть вынесу. Видел? А ее сложно заметить. Почему? Потому что я не делаю начального... Ну, замаха. Старта не делаю. Вот именно вот такое наваливание делаю. Ты просто двигаешься, двигаешься и просто кидаешь. И все. Просто в том варианте, когда ты сделал с правой ногой шаг, ты делал его вот такой прям тычок. Прям очень хороший тычок. Гораздо лучше, чем простой. Видать... С простым ты мало работал. Знаешь, какая история? Смотри, смотри, бей. Вот. Видишь? Ты руку запуливай, а ты голову пуляешь вперед. Вот. Смотри, у тебя, грубо говоря, вот это с этим. Представь, как кукловод тянет тебя двумя одновременно. Вот и все. А вот это не тянется. Понимаешь? Она не тянется, видишь? Я ее уже не достану, просто будет крайне сложно. А ты делаешь вот так, смотри. Ты сам себя на блюдочке отдаешь, говоришь, на, держи. Ну как бы, так можно делать. Это тактика, когда я специально, заведомо так делаю, чтобы ты меня, например, встретил. Ты меня встречаешь, а я тебя... Ну, либо иногда, когда привыкли так, разок достать можно. Да, можно так. Покажу сейчас. Простой? Там. Во, хорошо. Значит. Смотри, ты возьми просто руку, видишь, руку, и просто вперед выкини все. Вот это, смотри, смотри, вот это поднимай просто сюда. Не надо вот это делать. И просто смотри, прям подумай, как будто ты берешь, смотришь через кулак, и просто кулак идет вперед. Смотри, как будто смотришь через кулак, вот и все. И еще, перестань правую руку дергать. Оставь покой правое плечо, вот, еще. Хорошо, еще раз. Хорошо, видишь? Исправляй ситуацию. Ну, давай. Учись исправлять. Вот, хорошо. Там. Хорошо. Там. 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 Очень частая проблема, когда обучаешь людей, они вначале вот учишь им бить лево-прямой, и они выходят на бой и делают точно так же прямой. Но у них выбора нет, они заложники тренера. Потому что какие данные даст тренер, ты тем самым сам, они будут и учиться. Короче, когда бьешь лево-прямой простой, вот такой вот, то людям очень удобно вот сюда вот скручиваться. Видишь? Да. Удобно скручиваться. Неважно, на левый шаг я ударил, на правый шаг я ударил. То, что мне кажется, будет мышца, как бы прессов такой хороший. А вот в эту сторону почему-то люди прям очень, ну прям сильно не могут это сделать. Причем есть еще один прикольный момент, смотри. Можно вот сюда ударить. Видишь, я выкручиваюсь, как будто неестественно, да? А есть еще один, удар левый прямой спокойно. Смотри, уклон, а потом бьешь. Видишь? Это то, что с тобой получилось. Уклон, а потом бьешь. И здесь тоже люди очень сильно тупят. Они делают, знаешь, как вот так, смотри. Смешно, да. А на самом деле, все же мы употребляем же ноги, таз, спину, плечо, как бы, весь корпус. И за счет разворота и бьем туда. Ну, ты вообще крутишься на передней ноге. Да. Ну, я просто сустав, наверное, не знаю, просто удобно. Кидай.
удобно. То же самое, как печень бьется. И в частности, вот в этом левом прямом, когда мы бьем левой рукой, смотри, вот левой рукой, обычно левой рукой не сильно любят левую ногу грузить, вот здесь грузят ногу. Именно загружает ногу. Просто при загружении, когда загружаешь левую ногу, не надо забывать простой момент, что просто голову не выносить за ногу. И все. Просто вот это бьешь. Ну, это такое, это уже высшее мастерство, когда. Ну, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.